Россия им приглянулась, а вот они ей нет. С 2005 по 2012 годы, проживая у нас, гости из Узбекистана вели себя хуже, чем дома. Успели отсидеть за убийство и торговлю наркотиками, за что их в итоге и депортировали из страны и запретили въезжать в Россию. Но в край Березок их тянуло неудержимо. Укрывшись в грузовом вагоне грузового поезда с сообщением «Актюбинск-Илецк», въехали в Российскую Федерацию, но, не доезжая до контрольно-пропускного пункта «Илецк-1», сошли с поезда и пешком направились в поселок Чишкан Сулецкого района Оренбургской области, где и были задержаны пограничным нарядом. Теперь всем четверым гражданам Узбекистана, двое из которых семейная пара, грозит тюремное заключение на целых 6 лет.